Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и это обновление 0.23.0, и прямо сегодня у нас будет дуэль на новый ножичек против Тик-Така. Поздоровайся! Ребята, всем привет, и посмотрите, что у меня в руках, новый чувак, я хочу! Вау, пиши, дай скрин, блин, ребят, к сожалению, мне такой нож не выпал, я очень сильно хочу его, Тик-Так, пиши, дай скрин. Ля, какая сосочка, дядь, ну что, как тебе новая провинция, рассказывай, как тебе новая карта? Прикольно, мне все очень нравится, а еще больше мне понравится тебя на ней замочить. Вау, чувак, он классный. То есть, если я выиграю, ты мне дашь новый нож? Да, если ты выиграешь, я тебе дам новый нож, но если ты проиграешь, то ты мне отдашь один... Ты мне отдашь один скин из Nameless коллекции. Обалдеть! Окей, я согласен. Короче, ребята, прямо сейчас прожмите лайкусик, если вы рады то, что вышло обнова. Напишите в комментариях, если вы хотите получить халявный промик от меня, просто любой хороший комментарий про обнову, мы будем играть only, а? Тик-Так, ну что, ты готов? Братанчик, ты видел, с чего я посоветовал? Ты видел? Дядь, я хочу этот ножичек стилет. Это мой новый, любимый ножичек. Я его хочу. Блин, дядь, я бы на него присел, а ты? Садись. Зачем? О, а у тебя что, тоже какой-то новый нож? Да, блин, у меня отвертка эта вонючая. Все, ребята, начинается потная зруба. Ну что, Тик-Так, я тебя породил. Я тебя и прибью. Так, ребята. Ну давай, родной, разберемся. Чувак, я беру береты. Я тоже, дорогой, заруба на беретах пошла. Давай. Ля, кинь классно. А у меня новые береты паттерн, чувак, на них. Чувак, у меня вообще не чьи-то, я бомжара. Все, чувак. А ты коктейль молотого купил? Коктейльчик купил? Да, точняк, я сейчас куплю, чувак, сейчас. Давай. Если я успею, конечно. Смотри, мы играем мид и А, погнали. Так, давай. Ты на лонгу или нет? Чувак, смотри свою спиночку смотри. Чувак, ты мухлюешь, ты где? Мы мид тоже играем же, да? Да, чувак. А ты где? Ой, чувак, у меня сейчас будет очень хорошая нычка. А, блин, сюда залезать нельзя. Я хотел в колодец запрыгнуть, я думал, сюда можно. Ой, я уже знаю, где ты. Чувак! Чувачок, готов? Давай сюда, пупсик. Пупсик. Да! Чувак! Это капец. Смотри, как оно горит, смешно. Я понял, я хотел против тебя выкинуть эту штучечку, но не получилось. Блин, вот это имба, чувак, я не могу. Это новое обнова. Я в это до сих пор не верю. Ребят, прожмите лайк, если вы тоже ждали, если вы тоже рады. Чувак, слышишь? А у меня вместо коктейля, у меня какая-то дичь зажигательная была. Да, это понял. А чё это? Это прикольная тема, у КТшников такая. Чувак, я не могу выбрать из эмуляторов. Я же играю на эмуляторе. Да, я тоже, от где? О, я выбрал ее. Дядь, а я тебе готовлю подарочек, перхоть! Давай! Ой, блин, я промахнулся. Давай. Чувак, мне так понравилось играть с беретом, что я теперь буду играть только с них. Ах, давай, ты падаль, заплентил. Я оттуда, пупсик. Цыпа-цыпа, ко мне. Слышишь? Бабочки. Падаль. А! Опа! Чувак! Опа! Ничего себе, ты играешь с пистолетом! Блядь, вот это ты машина! Скин, ты видел? Скин, видел? Блин, чувак. Давай так, я тебя сейчас замочу и посмотрю на этот новенький скин. Какой же он классный. Блин, чувак, я смотрю еще, знаешь, самое крутое. Я смотрю просто вот так в сторону природы. И тут очень красивые горы. Я такого еще не видел. Сейчас будет маслина. До маслины осталось 3, 2, 1. Маслина! Опа, я видел, где ты. Не, а берем вот так вот, делаем красоту. Чувак, где ты еще костер сделал тут. Да! Чувак, я думал, ты тоже с беретами будешь, а было. Вау, это твои береты? Да. Чувак, я сейчас сделаю скрин всем в школе, покажу, все девочки будут мои. Чувак, ты видел анимацию на береты? Да, очень классно. Как же это круто. Блин, ребят, прожмите просто за это лайкусик, обязательно подпишитесь. Ты в курсе, что если ты проиграешь, ты мне отдашь прямо сейчас этот новый ножичек с телем? Ну что, понятное дело, тут даже не обсуждается, роднулечка. Роднулечка, а ты не хочешь получить? А как ты узнал, что она простреливается? На! А, чувак, я горю! А, я ничего не вижу. А ты где, алло? А я тут, сладенький. Пупсик, я тут. На, лови гранатку, родной. Да чувак, ты задолбал, сколько ты там этих гранаточек? Ты где? Плентим. Да не гони, ты не плентишь. Да я шучу, ладно. На! Бля, ты посокрысил меня, да? Бля, это неудобно трендиться, гладя, еще не привык к этим плентам. Да, кстати, ребята, я играю не с моего основного аккаунта, поэтому мне очень непривычно, у меня управление слетело. Блин, это просто полная попа. Это Эль Попио. Чувак, а что это за красавчик на аватарочке, а?
Где? Сверху слева. Хочешь познакомиться? Блин, чувак, это 3-1, слышишь? Ладно, посрать, я полностью даже с берет вынесу прямо сейчас. С берет? Да, прямо сейчас с берет вынесу, готовься. Лови флешечку, падаль. А, ну давай. Лови дымок. С днём рождения, братуха! Это ты? Это ты был? Я тебя просто не заметил, родной. Подожди, это легендарные береты? А чем они стрёмно выглядят? Я думал, это какая-то рарка. Не, ну чё, на самом деле, реально, понял, береты выглядят очень странно, вот эти вот. Хотя, не понял, они дорогущие, типа, паттерновские, но выглядят очень странно. А давай, давай возьмем авики, говорят, что поменяли анимацию на авик. Давай попробуем поиграть на авика. Даже бабки на авик, давай со следующего раунда. Окей, ну я уже с авиком, все, давай, чувак, полетели. Прикольно это придумал. Блин, ребят, прожмите лайк за эту мега дуэль, за эту мега битву на новой провинции обновленной. Я не верю своим глазам. Вот это да, Санечка, снимаешь. Как? Что? Ты меня слепил, что ли? Чувак, ослепил. Я тебе слепую замочил. Ты меня слепую замочил? Ой, реально? Чувак, я твой коктейльчик подобрал. Ну ладно, выпей, попить. На, попей. Так, а его пить можно? Чувак! Можно, чё? Подожди. Я хочу взять коктейльчик. Блин, я смотрю на эту анимацию, как же это прикольно, потому что я играл же полностью за ГТ, у меня же такого нету. Вау, да. Разнос. Ну что, дорогулечки, ты моя. Ты готов получить подарочек? Да, давай, родной, кидай. Ты тут. Ты где? Блин, нет, чувак, только не ври, что ты на меду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дорогулечка моя, ой-ой-ой-ой-ой. Чувак, я нашел идеальную нычку, идеальную. Где? Я тебя вздрыхну, но я пленту говорю сразу. Пленту? Ну давай. Цыпа. Ты готов прощаться со своим ножичком стилетом? Будешь мне его давать. Готов. Новый ножик стилет. На. А как ты узнал, что там сижу? Я тебя зарезать сначала хотел, понял? Чувак, вот говнюк. Братанчик. Нужна халявная голдишка? Ну у тебя слишком мало денежек. Тогда тебе поможет булдропщик, потому что на булдропщике ты сможешь себе поднять топовый дроп. На булдропе ты сможешь себе поднять халявные ножички. И самое интересное, на булдропе вышел булпастик, при помощи которого ты сможешь собрать обалденный инвентарь, и все это будет совершенно бесплатно. Также по моему промику в комментариях ты сможешь получить бесплатную голдишку. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Ладно, человек, у меня сегодня такое хорошее настроение, то, что вышло обновое, я даже на тебя не зол. У меня даже нет скина на авик, но я на тебя все равно не зол. Ребята, счет 4-3, давайте все напишем дружно. Хэштег Кентуха тащи. Все, дядь, дружно, панели. Хэштег перхать, Кент. Ага, слышишь, перхать у тебя в трусах, ты где? Я же пленту. Да он бы еще пленту, слышишь? А, ё-моё. Ты по кому стреляешь? Чувак. На тебя, волосую, немытую. Чувак, ты меня разлил, я беру секретную пушечку. Я тебе отвечаю. Ой-ой-ой. Что, береты берешь? Ну да. А давай реально зарубу на беретах сейчас. Давай. О, и давай зарубу на беретах на лонгу. Так, готов? Да, давай, готов. Ну я тебе подарочек дам, не против? Давай. Нет. Ах ты, падла, эх ты, падлыч. Попал? Да! Это так, это пиксель. Чувак, нифига ты у меня патронов. Уля, ты чё, зачем я перезаряжаюсь, у меня ещё 45? Ты смотри, сколько патронов, я только сейчас заметил, там же 50 патронов! Имбо! А, это типа... А, 60 патронов! Обалдеть! На! Да! 5-4 и булечка. Капец, повезло родному, повезло, ну ладно, чё. Слушай, у тебя классный лавик, мне нравится. О, чувак, смотри, сверху слева пишется то место, где мы находимся. То есть я прям сейчас нахожусь на длине. Это полная позиция теперь показывает. О, чувак, имба. Теперь, если у нас будет стрим-снайперить дуэли, будет еще гораздо проще понять, где мы находимся. Блин, прикольно, я даже не видел тот огонь. Классно. Смотри, спаун перенесли, спаун ты перенесли. Да. Не, я сейчас просто в шоках. Так, ну что, дорогулечка ты моя, ты готов к фаер-шоу? Эль шляпио. Сейчас будет фаер-шоу. Я всегда готов, давай. А ну подойди ко мне. Ну подойди. Ну давай, я тут. Чувак, новый нож стилит, имей в виду, не забывай! А, есть! Да! Убил, я даже не успел выйти, ты мне уже шляпу повесил. Просто ваг. Ладно, ничего. Ну все, начинаем играть теперь, да, дорогой? Ну давай. Ой, чувак, я сейчас такую пушечку возьму. Ты обалдеешь, я тебе отвечаю. Ну давай. Я просто смотрю на эту анимацию беретов. Дядь, ну у меня реально пошел движ в штанах. Ну просто пошел движ! Какая же классная анимация. Ребята, напиши в комментариях, что вы думаете по поводу этой анимации, потому что она просто полный разнос. Ого, ты по кому просто здесь, конечно. Ого, привет. Ты чё?
Здравствуй! Что такое? Это мы с М40 хотели против меня сыграть? Что вообще это делал, шляпа? Ты за кого меня держишь? М40 он взял. Ой, чувак, сейчас тебе не поздоровится. Ну давай на ножичко, ну блин, чувак. Ну давай, ладно. На ножичко. Я хочу посмотреть на стиле. Чувак, ты ж там без берета есть? Крыса! Я не заметил хаешка, это нечестно! Я не мог двигаться, слышишь, крысак? Давай еще раз. Слышишь? Это что ты тут устроил? А, ну-ка. Да, можно посмотрю? Я тебе отвечаю, честно, обещать, не буду. Давай. Вау, чувак, класс! Чувак! Я залагал! Салам алейкум! Что вообще офигел, алё, шляпа. У меня один хп. Оп, держи. Оп. Все, чё, я начинаю вслепую махаться. Если замочу, то ну. Фу, блин, я вслепую. Блин, чувак. Я тебе думаю, дрючнул. Дядь, а ты в курсе, что я уже знаю новые раскиды на провинции? Давай. Раскид номер один. Целимся в это окошко и... Нифига, чувак, ты в окошко попал. Реально? Я думал, что... На лонгу. Иди на лонг. Я ничего не вижу. Я сейчас тебе в ногу стрельну, и тебе потом гранатой убью, давай. Я тебе стрелюсь в ногу. Давай. Ну ты будешь? Так а ты где? Опа, прыжочек. Попал в ногу, отлично. Чего? А как ты попал? Блин, а я гранату не взял. Забыл. Чувак, гранаты жесткий. Так, чувак, счет 7-7, все, давай. Сейчас собрались, и просто надо затащить, окей? Давай, родной. Ну, ты мне говоришь или что? Ну, а кому же еще? Я готовлю для тебя фаер-шоу! А ты где? О, попал! Ух, ля, не. Да не, попал. Не. Киберспортивная хаешечка. Чувак, я забыл купить оружку. Давай, ладно? Я в ногу тебе хочу стрельну, давай. Не попадешь. Ножечку. Ножечку свою. Сюда падай! Ну дай ножку свою, пожалуйста. Сюда падай! О, в ножку упал, отлично. Чувак, сейчас тебе. Не вздумай, пожалуйста. Нет. Сгорел? Чувак, нет! Я сгорел! Ты реально сгорел? Что, реально? А как ты сгорел? Да я чувак, я просто бросил дым и случайно туда попал. Я не видел. Обалдеть. А дым не тушит этот молот? Я думал тушит! А я бегу просто по дыму и меня не замочит. Да, я сейчас проверю. Тушит или не тушит? Подожди. Блин, это интересно, кстати, да? Тушит, реально, чувак. Тушит? Да, дым тушит молотом. А как это того откинулся? Не знаю, может, не попал. Скажи, ты плентул? У меня сейчас супер раскид, просто супер. Уеба! Так, тише. Эль примеру, Кент теперь без Авика. Не, дядь, тебе полный попа. Давай. Готов? Да. Ты меня не замочишь. Ну как, ну фу! Стыщ, голову, чувак! А ты что, броню не купил? Как ты это сделал? Я не знаю, просто тебя в голову один раз пищал. Я в шоке! Так ты броню мой купил или нет? Блин, чувак, ты что творишь? Все, ребят, собрались. Я хочу получить новый ножичек в стиле. Приветули от бабули. Чувак, знаешь, у меня только один вопрос. Знаешь, как... Чувак! Ты что там делал, слышишь? Ты что тут бросаешь свои эти огоньки? Обходишь меня, да? Не-не. Да! Попал тебя, сгори, пожалуйста. Не-не. Ого, чувак, как быстро хп отнимается. А сколько у тебя хп осталось? 40. Я на нож тебя возьму сейчас. Чуть обосрался, лопот выскочил. Все, чувак, прямо сейчас будет решающий раунд, и мы знаем, кто же заберет новый ножик в стиле. Давай, шляпусь. А если я проиграю, мне придется дать тебе скин с Nameless коллекции. Конечно, дорогой, ты что думал? Ты меня не найдешь, я тебе скажу так. А ты запрятался? Очень жестко. А не чешешь на мусор плантить? Блин, мне очень стрёмно, чувак. Я хочу к мамочке. Плантить. Ты даже не знаешь, где я. Не, я знаю, где ты. Чувак, а знаешь, где я? Я тебе дам подсказку. Я на перекрестке. Ты знаешь, где это? Не знаю. Давай, переправа. Сюда, лысый! Сюда, лысый, сюда! Ну как тебе? Запах победы-то, а? Был близко, но теперь... Фу, блин, чувак, такая падаль! У меня ни единого ножа нету, мог бы и поддаться, фу, блин. Ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик, если понравилось подобное видео. Я проиграл тиктаку скин с Nameless коллекции, и я ему его отдам. Чувак, знаешь, я тебе дам? Нет, чувак, давай так, разыграй просто. Я отдаю свой Nameless скин.
твоим подписчикам. Ты его просто среди видео разыграешь. Чувак, я тебя люблю. Ребята, давай, прожмите реально лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, кому нужен этот USP Genesis совершенно бесплатно. Все, ребята, с вас лайкусик, подписочка, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока. Пока, братуха.